Лёша Шалобанов пытается все-таки здесь найти возможности втиснуться. Очень узкие повороты на этом треке по внешней линии пытается пройти. Неужели пройдет? Неужели получится? И больше, более лучший выход, может быть, получился бы? Нет, его цепляет другой автомобиль. И сколько раз? 2, 3, 4, 5, 6, что ли, 8? 7, 8, 8 автомобилей, что ли, здесь пропускает? Ай, с команды Scuderia Birra, дорогие друзья, Алексей Шалобанов. Так сложно обгонять на этом треке. Такой вот тут неудобный местами, конечно, для обгонов. Попытался здесь, рискнул, но здесь без шампанского, к сожалению, для него. Как же давит Данила Черепинин на Олега Жолобова. Здесь прямая старт-финиша. На внутреннюю сторону бы не пустить. Олег, 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 точку торможения пропустил. Олег, Олег, точку торможения пропустил. Данила Черепинин в итоге на повороте. Да, 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 все-таки перегоняет здесь Олега Жолобова. Как же так? Олег не выдержал психологического давления Данила Черепинина. Не выдержал. Хорошая позиция за Ворониным у Кима Качайло перед старт-финишной прямой Нижегородского кольца. Хотя прямая, конечно, очень короткая, но тем не менее в слепстриме на самом деле на БР-03 болидах можно зацепиться. Да, кстати, между прочим, может быть и внутреннюю сторону можно бы занять здесь, и при этом Воронин обязан пропускать. Но дальше в повороте уже посмотрим, как будет. Надо бы оставить место друг другу. Оставить место, 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 контакт! Все-таки Воронин задевает Кима Качайло, пытается дальше. Ким все-таки сам задевает Воронина сзади. Гальцев еще, по-моему, поддевает здесь Качайло Кима. В итоге так далеко Воронин теперь от него. Сколько кругов еще придется догонять? Абрамяна просто со всех сторон обложили здесь. На 10-й позиции пытается удержаться здесь Григорий. Просто пытается, как говорится, дважды не повторяюсь, не повторяюсь, дорогие друзья. Из команды Серп Моторспорт этот замечательный человек. Обожаю ливрею команды Серп Моторспорт. Такие классные вот заплатки, яркие такие, всегда узнаваемые автомобили, конечно. Но вообще-то не до этого, потому что сзади, по-моему, Токарев еще пытается влезть. По-моему, Лопаник там еще сзади с Усиковым. Борьба бок о бок сейчас. О, я не знаю, как на самом деле Григорий здесь будет держаться. Я не знаю, хотя на старт-финишной прямой может быть в боковом слепстриме что-то вот здесь дозацепиться, как-то может быть. Все-таки вперед уходит, уходит, немножечко уходит, пока что на 10-й позиции. Может быть удержит внутреннюю сторону, потому что у него внутренняя сторона здесь. Я уже начинаю просто уже заикаться, потому что вообще невозможно. Невозможно, дорогие друзья. И все-таки Васюков все-таки перегоняет, нет, или да. Да, все-таки перегоняет, сзади Токарев пытается. Да куда ж ты просто, Токарев, да ты еще Токарев туда же. Но здесь посмотрите, как они все борются. Практически без контактов, там миллиметражный контакт. Ты Григорий Абрамян выходит вперед, все равно удерживает 10-ю позицию. Абрамян из команды Серп Моторспорт. Господи, Гриша, господи! Шалобанова бы догнать Карташова, конечно же. Не самая лучшая позиция относительно своей квалификации. Здесь, в конце, в около конце пелетона. Ну, Карташова обогнал, конечно, на первом повороте после старт-финишной прямой. Но впереди просто закрыто, вы посмотрите. Ну, никак здесь не влезть. И при этом Шалобанов, естественно, будет достаточно аккуратно себя вести. А что со Старанцовым-то случилось? Что? Вылетел Старанцов. В итоге Алексей Шалобанов пытается взять еще, как я понимаю, следующую позицию. Еще под шумок. Возможно, да, да, возможно, да. Берет следующую позицию под шумок. Ай да, Леша, ай да, Шалобанов.